Самотик. Простите. Ничего страшного. Меня Салютик. Кто как назовет? Ничего страшного. Здравствуйте. Это наш Денис. Это моя семья. Подготовила, очень тайно готовили вот этот плакат к нашему первому выступлению. Год назад у нас организовалась команда, наш коллектив танцевальный «Валентинки». По названию, то есть название у нас по имени нашего руководителя. Как же было страшно выступать. Первый раз. Люди вообще никогда не танцевали. Вот это я. Ребята дома тайно, знаете, так, нарисовали плакат, не показывали. Кусок обоев, гуашь, плинтус от ремонта остался. Прибили, приколотили. Мы танцевали. Вот, смотрите, как красиво получилось. Когда мы начали танцевать под этим плакатом, зажгли всех. Сами бояться перестали. Танцевали все, от мал до велика плясали. Вот, это мы поем гимн нашему долголетию. Вот, в этой форме. А вот наша Валентина Борисовна. Теперь мы вот с этим девизом шагаем по жизни. Вот сейчас вы увидите фотографии. А, это я участвовала в этом году в «Супербабушке». Победила достойная бабушка. Вот она сидит. Она красавица, она умница, она мне очень нравится. У нас не было конкуренции, мы друг друга поддерживали на самом деле. Вот. А, это наша репетиция. Это уже в этом году мы выступали. Участвовали в конкурсе, стали лауреатами. Это вот как раз наша военная тематика. Это был, значит, фестиваль танца. Мы вот это в этом году мы уже занимались. Это уже в этом году мы выступали. Разницу чувствуете, да? Какая уверенность. То есть в прошлом году мы боялись. А в этом году мы уже... Вот это я. Понимаете? Всякое участие вот в этом проекте – это преодоление своих страхов. Вот сейчас говорю, волнуюсь. Надо учиться говорить на публику, правильно? Для этого здесь и собрались. Вот. Ну, это вот как раз сейчас пойдут наши призы, мы уже счастливые, довольные, любим себя показывать, представлять, какие мы красавицы. Вот всем от 60 и старше, что называется. Там у нас есть и по 70 лет девочки. Вот. А потом, значит, у нас сейчас организовалась театральная студия. Я там тоже участвую обязательно. Я недавно, значит, был третий форум социальной, да, инициативы. Там мы показывали, значит, по пьесе Чехова «Этюд», значит, «Чайка». Я играла Нину Заречную, девушку, мечтающую стать актрисой, 20 лет. Да, вы знаете, пришлось перевоплотиться, научиться. Значит, мы там изучаем сценическую речь, сценическое движение, то есть вот это вот искусство перевоплощения. У нас, значит, коллектив называется «Искусство вдохновения». То есть, понимаете, вот это все так интересно, театральная студия, танцы, вот это мы такие счастливые, мы завоевали кубки, они у нас теперь стоят в ССО, мы тоже так благодарны. Вот люди собрались по интересам, никого не надо, вот это я, Нина Заречная, 20 лет, это рабочий момент, перевоплощение, что называется, там я даже не помню, что мы читаем, но просто все вот, понимаете, интересно, а вот это как раз форум. Здесь вот мы, наш коллектив театральный, вот, мы сейчас вот пока пришли. Вот опять Нина Заречная, это Константин Треплев. Понимаете, у нас мужчин мало, поэтому мы и мужчин играем, и девочек, и кого угодно, перевоплощаемся в них. Так что вот, вот она, Нина Заречная. Люди, львы, орлы и куропатки. Ну и так далее по тексту. Спасибо большое. Главное, сейчас создается новый проект «Умный внук». Я туда тоже пойду, хочу соответствовать, хочу успевать. У меня внучка растет, так что спасибо. Спасибо вам огромное. Видите, у вас какие задорные.